Здравствуйте, друзья и коллеги, с вами Наталья Луната и моя минутка о Вологде. И сегодня у нас в гостях замечательный доктор Елена Петровна Березовская, поэтому разговор пойдет о рукоделиях, о Вологде в частности, и о женском здоровье. Мы как раз с Наташей разговариваем об важности условий работы при рукоделии, то есть какая должна быть осанка, поза, какая нагрузка на ноги, как это влияет на женское здоровье и вообще как влияет на здоровье человека. На самом деле условия труда – это, несомненно, важный критерий успешности вашей дальнейшей работы. Если у вас правильно оборудовано рабочее место, вы создадите больше, и, естественно, вещи будут гораздо более высокого качества. При этом вы останетесь здоровы и в хорошем настроении. А нагрузка на малый таз, на органы малого таза, на нижние конечности играет очень важную роль в работе женских половых органов. Поэтому это тоже нужно учитывать и делать перерывы, делать определенные упражнения и, конечно, соблюдать меры безопасности. Хороший качественный стол для работы нужной высоты – это гораздо эффективнее, чем работа на полу, чем работа за низким столом, потому что у вас совершенно не будет уставать спина, и нагрузка на ноги будет распределяться гораздо более равномерно. И не забывайте также о застое крови в ногах, когда вы приседаете, когда вы слишком сильно наклоняетесь и находитесь в одной и той же позе, потому что это приводит к образованию тромбов в глубоких венах ног, и это уже тоже как бы огромный минус и угроза для здоровья женщины. Да, я уже не раз говорила, даже создала видео на тему «Психологические факторы женского здоровья». Я говорила о том, что многие женские болезни связаны с негативным психологическим фактором. И довольно часто женщинам необходимо сменить обстановку, сменить род занятий, перейти на что-то, то, что приносит им пользу, и отвлечься от этих негативных мыслей. И как раз вот рукоделие, оно помогает сосредоточить внимание на чем-то положительном, что приносит удовольствие и, конечно же, помогает улучшению женского здоровья. Ну вот, дорогие коллеги, любите себя, берегите себя, любимых, успехов вам, удачи. Будьте здоровы всегда.